Секси лейдио! Здорово, здорово, здорово! И ты стань зай! Здорово, чат, всем привет. Сейчас, секунду, все выведу, настрою здесь. Я просто у Лехи кореша был, короче. Минут 30 собак гладил у него. Ебануто хочу собаку. Я прям в спешке летел. Я прям жестко кайфовал вообще. Я игрался с ними, вот так за косточку таскал их, блять, вот так вертел ее, блять, вообще максимально охуенно просто, я не знаю. Проклава бустера и совет для бустера, ага. Так, смотрим. Так, это от Виталика Мирваны, да? Бустер это же клаву 60% сделать, вот. На самом деле, если бы она была 60%, мне бы была бы она очень пиздата. Если бы я не было бутинга, условно, который я уже привык просто играть. Но по нажатию она кайфовее, чем бутинг, без шуток. Типа, там очень... Не, по нажатию я говорил, что это будет лучшая клавиатура вообще, как кастомная, да. Я еще ничего с ней не делал, ее можно же там, бля, переодеть. Брат, да, 60%, 60%, мы задумались, я просто не знаю, насколько нужно 60%. Я не знаю, насколько людям нужно клавиатуры 60%. Типа вот... как много этих людей, которые это нужно. То есть, смотрите, в моей голове самая распространенная клавиатура это ТКЛ. То есть без нампадов. Не 60%. То есть 75-80%. Вот так. Это в моей голове. По факту продажи среди игровых клавиатур, то есть самое большое количество продаж, это клавиатура с нампадами. Эта клавиатура, она с нампадами. Но. Сейчас принесу ТКЛ. Вот, старый. Она ровно на один ряд больше. То есть вот ТКЛ-ка. Она ровно на один ряд клавиш больше. Потому что... Это 98 клавиатура, это не 100% клавиатура. У меня такая компоновка за счет вот этого выступа. Она по сути как ТКЛ-ка размером. Именно поэтому я на ней сижу, блядь, и никакой, по сути, разницы нет. У меня есть 60%, у меня всего одна клавиатура 60% осталась. Хотя я начинал на 60% играть. Я же, блядь, фортнайтер. Бля, мне Хазиева такой подарок ебанутый подарили. Пиздец неприятно, спасибо огромное, пацаны. Вот. Это 60%, ну, это не смазанные кейкапы, это гремящая, хуёвая клавиатура, блядь. Которая, блядь, вся хрустит нахуй. Вот. Это коллаба Даки и HyperX, да? Нет, это просто HyperX 60. Короче, да. Ну, блядь, просто 60. Не, вы наверное, не понимаете чуть-чуть. То есть, ну, это по ощущениям надо. Это просто не смазанные кейкапы.
Во-первых, блядь, если долго не говорить и много, хочу просто, блядь, чат вас поблагодарить за то, что такого, блядь, долбоеба, как я, смотрите, терпите, блядь, не всегда эмоционально стабильного, блядь, так скажем. Спасибо, что вы есть, это вот, блядь, это я вчера очень сильно осознал, меня вчера очень сильная атмосфера любви окружала на моем дне рождения, мне было очень приятно, я очень круто отпраздновал этот праздник, вот, мне реально хочется вас поблагодарить, потому что, ну, если бы, блядь, не вы, то есть я бы, блядь, со спермой, сука, блядь, промеж сисек лежал бы в обочине. Блять, на теплотеррасе, блять, сука, в порванных, блять, семейных трусах. Или играл, блять, в Fortnite на просене, что, в принципе, одно и то же, блять. Вот. Спасибо вам огромное, блять. Спасибо вам огромное. То есть время идет, я старею, у меня где-то местами меняются ценности, где-то, блядь, местами сносит кукушку, блядь. Я за это извиняюсь, я буду над собой работать. Я вчера ебануто был рад видеть Диму Масленникова. Мне очень было приятно с ним пообщаться, он мне много интересных вещей рассказал. И, к сожалению, ничего не могу рассказать. Он большой молодец, он большую работу с собой в голове у себя проделал. Я по-хорошему завидую ему то, что он это сделал. И то, что он все здоровье поправил. Я так говорю осторожно, чтобы лишнего не спиздануть. Вот, короче, для меня это большой образец, большой красавчик. Он просто, блядь, короче, пиздец. Просто реально красавец, нахуй. Бля, спасибо вам огромное, короче. Чат, это про Масленникова. Блядь, Диман вообще просто пиздец, конечно. Кто бы что ни говорил, блядь, это великий человек, нахуй. А, так чё, въебёшь Лексу? В смысле, об этом вроде вообще не было разговора, блядь. Или что-то должно было, как, почему я должен въебать Лексу, блядь? Так, а микрофон нормально по громкости? Я просто, по-моему, ничего не настраивал. С момента... А, не, нормально все, блядь, все заебись, да. А, я, наверное, комп не выключал, блядь, вот почему нормально. Вот, да. Хотел вам спасибо сказать. Сейчас быстренькая распаковочка подарков, блядь. Посмотрим, что мне подарили. А, к сожалению, подарок пацанов, хозяевов, он сейчас находится вместе. Мне его привезут буквально через час, наверное. Что там с Мелстроем? Играть будешь с ним в CS или нет? Да, конечно, нет, блядь, ребят. Ну, я не знаю, то есть... нужно это комментировать как-то? То есть нужно комментировать этого долбоеба или нет? Ну, я думаю, ответ очевиден. То есть... Это вообще, то есть, ну это, блядь, это уже все, блядь, да. Вот, подарок Зиевов, короче, он сейчас кое-что с ним делается, но это пиздец вообще, просто пиздец. Короче, блядь, я в ахуе. Ну, очень круто, очень нужный подарок. Да мне похуй, ребят, вы понимаете, хоть миллиард, блядь, мне похуй на бабки этого долбоеба, тут дело, блядь, он бы мне руку попросил ему, блядь, пожать за 10 миллионов, я бы руку ему не пожал, блядь, тут реально, вы не понимаете, что, как бы у него в голове все не было устроено, не все в этой жизни деньги решают, не все в этой, то есть есть у людей принципы, я люблю деньги, мы все любим деньги, то есть мы общались вот на подкасте, говорили там, круто больше зарабатывать, но я считаю, что не круто через свои принципы переступать, то есть для меня это человек, ну это хуесос, просто хуесос и все, то есть я бы ему не то, чтобы, я бы ему руку за эти бабки не пожал, мне похуй, ну, то есть вот реально, ну вот мне поебать на эти деньги. Я эти деньги заработаю сам и пошел нахуй. Все. То есть это. Я надеюсь, мы этот вопрос закрыли. И начнем, блядь, с подарка, нахуй, от легенды, блядь. Короче, подходит ко мне, блядь. Дилблин. И кокошка, нахуй. Подарок Дилблина, блядь. Ценник, нахуй. 750 рублей. Он мне говорит, что, блядь, дарить человеку, у которого все есть, блядь. И что же он подарил, нахуй? Ну не все же у меня есть, блядь. Теперь все есть, нахуй. Вот это я понимаю, блядь. Вот это я понимаю уровень, блядь, межгалактический, нахуй, межпланетарный, блядь. Бля, мне всегда было интересно, что внутри этой книжки. Я надеюсь, там же пусто, блядь. Ну-ка. В смысле, текста там нет или есть, блядь? Картинки, да? А, это блокнотик, блядь. Бля, кстати, разъем, если это блокнот был бы. Сука. Я только недавно чекал об этой книжке на шоу Excel. Я не видел. Мы, кстати, завтра у Excel снимаем, потом охуенный ролик, блядь. Так, смотрим. 18+, блядь. Так, сейчас я посмотрю, там писек нету, блядь, сходу сразу, блядь.
Вступление. Каждый получит то, что заслуживает, несмотря на время, поколение, уровень развития, технологии и прочее. Мой бандитский Петербург. Сори, у меня зеркалина. Мама об Олеге. Какие-то детские фотки. Вот такие. Уголовное дело. В рэп нужно вслушиваться. Тут Кизару, блядь. Ну, прикольно. Прикольно. Подходит к окошко, блядь. Подходит к окошко. Говорит, брат, убери нахуй эту хуйню, блядь. У меня есть для тебя реально, блядь, нормальный подарок. Я такой, да ну. Он говорит, да, блядь. Я ему говорю, да, брат, ты прав, это пиздец. Спасибо тебе, нахуй. Я бы, блядь, вы просто понимаете, то есть я люблю книжку, я люблю вчитываться в нее, то есть по несколько раз ее, блядь. От начала до конца, блядь, поэтому... Поэтому, блядь, у меня теперь две книжки дежавю. Оно и хорошо, блядь. Человек серьезный, блядь, книжка легендарная, будем читать. Будем вчитываться, блядь. Даже я бы даже сказал, зачитываться до конца, блядь. Спасибо, брат. Матвей принес эти ножницы. Привет. Здорово, брат. У нашей семьи кредитного долга 300к. Буду очень благодарен помощи. Карта моим. Брат, короче, денег нет. Денег нет, вот есть две книжки, блядь. Кизару, выбирай любую нахуй, я тебя отправляю. Левая, правая, блядь, говори какая. Да я шучу, блядь. А зачем ты скинул мне свой YouTube еще, блядь? Типа, чтобы в одном донате YouTube пропиарить, блядь, и... И денег попросить? Ну-ка. А, такой маленький канальчик. Я понял, блядь. Если так каждому помогать, то никаких денег не хватит. Как будто, блядь, как будто. Вот мне кажется, то, что есть вещи, блядь, знаешь, на которые, как бы так сказать, блядь, чуть-чуть важнее помочь, блядь. Что там глотку, что там жилу, брат Латина заикал. То есть, ну, со здоровьем связаны и так далее, блядь. То есть вот они как будто, блядь, более приоритетные. Это тот курьер, а, да, блядь. Наглый, блядь, который. Сука, курьер, конечно, блядь, вообще нахуй. Легенда, блядь. Подарок, написано, Лёха. Блядь, почему Квика не позвал на ДРС? Сука, это вообще провал, нахуй. Это, блядь... Блядь, я забыл, блядь, я не знаю. Хантик, блядь, приезжай прямо сейчас, нахуй. Давай сейчас потом сходим, блядь, с тобой в кальянную, просто вдвоем, блядь. Блядь, ты прости, нахуй, я долбоеб, сука. Меня просто спросили, то есть, как, так как день рождения не я организовывал, то есть, меня спросили, кого ты хочешь видеть на день рождения. И я, естественно, рад бы был бы видеть, сука, Хантика ебаного, блядь. Хантик, давай, блядь, прости, пожалуйста, я тебе предлагаю просто провести... Гуакамоле не смог приехать, он сказал, что у него прием пищи, блядь. В 9 вечера он на самолет не успевает. Хуесос, сука. Он говорит, еще плюс кукурузники, блядь, не взлетают со мной больше. Он говорит, я сейчас ту границу перешагнул, нахуй. После которой, блядь, два мотора уже не тянут. А у нас большие аэробусы не летают с Боингами, блядь. Поэтому он говорит, блядь, на автобусе долго ехать не успею. Короче, Хантик, брат, он плакал. Я понимаю, я верю. Поэтому, брат, я тебе реально предлагаю искренне, блядь. Во-первых, я извиняюсь искренне, то, что я тебя не позвал. Прости меня, пожалуйста. Я к тебе охуенно отношусь. Мой косяк. Мой косяк, реально. С своим косяком я сам разберусь, как говорится, блядь. Вот, поэтому я тебя зову, блядь, просто вместе охуенно день провести, блядь. Делаем. Вообще с кайфом. В любой день недели, блядь. Когда ты можешь, я под тебя подстроюсь, блядь, и все нахуй. Просто кайфуем, блядь. Просто жрем. Подарок можешь не дарить, да я даже больше тебе сам еще денег отсыплю, блядь. Смотрим подарок от Лехи. Что это?
Air Jordan, блядь. Блядь. Хорошенькие, нахуй. Чё, Лёв, тебе по размеру не подошли, бля? Хули они потниками, бля, воняют, сука. Ебать, поносил, походу, слышь, не зашли, блядь, просто вернул сходу. Ебать, тянет просто сыром, знаете, пяточным вот этим сухим, ёбаным, блядь. Да, шутка, шутка, ладно. Спасибо тебе большое, Лёш. Я так понимаю, это от Лёхи, которого, блядь, Миша Литвинатор с Гордеем, блядь, поебали с его мозги ему с машинами его, блядь. Вот. Короче, от Гордеевского, Лёхи. Спасибо тебе большое, от Тропарёвского. Спасибо, брат. Носить нахуй не буду, естественно. Ну я просто не нашел Nike, я говорил, блядь. Вот, спасибо тебе большое. Да я, у меня есть одна, две пары кроссовок, я в них хожу, блядь. Вот, то есть, ну мне похуй. У меня этих кроссовок, ебать, просто хуетущие, блядь. Мне кто-то пришел последний раз, я не помню. Кто это был? Матвей, я тебе подарил свои Джорданы. Да-да, у меня просто лежат кроссовки, мне нахуй не нужны. У меня Матвей, я отдал ему, блядь, кроссовки. Мне, короче, похуй вообще на Nike. Не, да нет, я не в плане зажрал, но мне не нравится, ну просто зачем, у меня есть одна обувь, мне она нравится, одна пара, я в ней хуярю, блядь. Какая хуй разница? Это меня у дома остановили подписчики просто и подарили мне вот это. И вот это нахуй. Леви Акерман. Выжигателем, блядь, кстати, кто на труду? Кто на труду хуярил выжигателем? Помните эту тему? Я тоже так делал в детстве, блядь. Очень много причем. Прям очень много. Оцени свой портрет. Вообще шикарно. Так, ну и это вот фоточка. Сзади написал Бустеру, Лунасе, блядь. Все как мы любим, нахуй. Спасибо большое, брат. Спасибо. Привет, красавчик. Кем вчера в итоге Делариус была? Не поняли немножко. Хорошим человеком Делариус была просто. Вот таким. Таким. Спасибо. Да не, ну ебать, она мне день рождения закатила. Пиздец вообще, я охуел. Ебануто приятно было вообще. То есть, если бы я помимо того, что ссать глазами умел бы и срать, я бы еще бы и обосрался, блядь. Вместо глазами, вместо того, чтобы заплакал, блядь. Как думаете, чей подарок? Вот тут Resident Evil. То есть, все знают, что я люблю Resident Evil. Там много смотрят мои друзья, стримы. Но кто-то мои стримы смотрит больше всего, блядь. То есть человек, который, знаешь, вот вы там можете приходить на стрим, можете не прийти. А вот этот человек всегда на стриме, блядь. То есть вот он всегда на стриме. Смотрим. А, блядь, отзеркалено, сука. Выдавлено, ебать. От выдавленного, ёпта. Короче, Black Swan-чик, брат. Спасибо тебе большое. Ты знаешь мои предпочтения. Это моя любимая серия игр. Это Resident Evil, ебать того жопу. Это ебаный, блядь, Resident Evil. И это пиздец как круто. Это кто у нас? Это Леон у нас, Кеннеди. Разъеб, брат, спасибо тебе большое. Сейчас я даже быстренько распакую. Хочу поставить сразу себе на полочку. Бля, может полочку, ну блядь, с полочкой сзади места мало просто. Я очень люблю реально серию Resident Evil. Я во все игры переиграл, во всех кайфанул. Согласен, это W, пацаны, это уверенный W. Это Леон Кимстач, ебать, и слово пацана, нахуй. Это новая часть коллаборации, Resident Evil и слово пацана, ебать. Там вместо вот этой Джилл Валентайн, блядь, Маратик, нахуй. Потом Айгуль воскресла, она, правда, зомби стала, блядь. Так. Ну, это все-таки Resident Evil, блядь. РПД, блядь, как, знаете, как переводится? Raccoon City Police Department. Блять, у меня с этой игрой все детство связано, нахуй. Сколько я, блять.
Я просто жил в этой игре, нахуй. Я, блядь, как будто родился в Raccoon City, нахуй. Я, правда, тогда не знал, как переводится Raccoon City. Это, оказывается, енот, блядь, ракун. Да и похуй, как это переводится, блядь. Подарок ёбнутый. Спасибо тебе, Тём, большое. Реально, каким бы гандоном ты, блядь, не был, люблю тебя, ебануто. Спасибо, брат. И какого-то хуя еще один подарок от выдавленного, блядь. Это у нас кто нахуй? Это у нас шлюшка Джилл Валентайн, блядь. Шаболда, блядь, ебаная. Блядь. Просто в детстве, блядь, кожуру стирал на нее, нахуй, честно говорю. Бля, мой любимый персонаж был вообще. Просто мой любимый персонаж. Сейчас, конечно, такого уже нет, но восторг ебанутый от нее. Ее зачем-то в пленку закутали, я не знаю, может ее обдрачивают в магазинах, блядь, когда она на витрине. Выдавленный брат, спасибо тебе, родной мой. У меня для тебя подарок, если хочешь, прямо сейчас приезжай на стрим, Матвей тебе адрес даст. О, Джилл Валентайн. Там еще пистолет в коробке? А, реально, ебать. А, и у Леона тоже был. Здесь куда? Ёб твою мать, блядь. Это знаешь, я так понял, они пистолет по дефолту в руку и не сунули, чтобы совсем юные фанаты могли вдруг кое-что другое в руку и засунуть. А он и не влазит, блядь, это походу. Сука, блядь. Ладно. Я опять подставку забыл. Короче, я вот так ее поставлю. Чтобы много времени не терять. Идем дальше. Ой, блядь. Это Олег Кофе, ебать. Олег Кофе. Это что такое, блядь? О-о-о. На нахуй. Ебать, это же... Это гриль, да? Это стейк для стейков, блядь. Стейкница или как ее нахуй? Это же, блядь, стейкница, нахуй. Ёбаный рот, блядь. Бля, спасибо тебе, брат. Ты же знаешь, что я, блядь, на тестостероновых движениях. На белковых. Это от input lag? А, блядь, это как exit lag, только... Это против борьбы с input lag, да? Съемная панель с антипригарным покрытием, дисплей с сенсорным управлением, блядь. Короче, кукинг надо делать, блядь, чувствую. Спасибо тебе огромное. Олежа Кофе, блядь, большая любовь, большой пенис, блядь. От души, брат. Я дружу в ней с друзьями. И девчонкой мучу. Могут выселить кады. Коменданту на звенья. Каждый день то засада, то потеря потерь. Подарок от бабушки, ребят, моей. Три чая, нахуй, желудочно-кишечных, блядь. Ну, у меня проблемы с животом, нахуй. Ебанута крутая тема. У кого есть язвы, понос, это и клянусь, это не звучит как реклама, бля. Если что, бренд Эвалар, хуесосы, блядь. Это я сразу доказал, что это не реклама. Просто очень крутая тема, реально, мне помогает пиздец. Подарок от мамы, я сегодня его использовал уже, сразу покажу вам его. Спросите, что это за, блядь, мост, нахуй, из The Clash of Clans, блядь. Это, короче, вот так спать. Я всегда сплю на руке, вот так. Вот так руку кладешь и спишь.
пиздец, это разъёб. Мне всю жизнь этого не хватало. Я не знаю, просто есть люди, которые вот так же спят. Я всегда сплю вот так, типа на боку и вот так. Типа на руке. А теперь я сплю вот так. Бля, это охуенно. И у меня рука не отлеживается и не заебывается. То есть я ее никак не передавливаю. Я сплю на подушке, а она вот здесь внизу. Это просто пиздец круто. Мама, я тебя очень люблю. Я не знаю, смотришь ли ты мои стримы. Или выбираешь кого-то постарше, типа Дмитрий Ликс. Более осознанного человека. Но я тебя очень люблю. И тебя, бабушка, люблю. Так, подарок от... А, это от брата подарок. Это от брата подарок. У меня брат есть старший. Тоже люблю его очень. Портативный ирригатор, блядь, полости рта. Здорово, брат. Это... Люблю тебя и за твою теплоту изнутри. У меня свадьба 19 июля. Прилетай ко мне тамадой. Билеты куплю. Эконом. Денег и подарков не надо от тебя. Накормим тебя и нальем лимонад. Брат, я тебя, во-первых, поздравляю с наступающей свадьбой. Сразу пиздеть не стану, вынужден, блядь. Вынужден пропустить. Хотя хуй его знает, блядь. Задавать ближе к делу, блядь. По приколу, может быть, со стримом залечу. С пацанами, блядь, если только нахуй. Вот, ну это ближе к делу уже. То есть я сейчас пока хуй знает, блядь, что я буду делать 19 июля. Сейчас такое время, блядь. Планы настолько вперед, я боюсь строить, блядь. Вот, но в любом случае, поздравляю тебя с наступающей свадьбой. Ирригатор для зубов от моего брата. Спасибо, брат, большое тебе. Спасибо, Андрюха. Насадки какие-то, 14 штук, 5 режимов. Это что, для ануса, правильно? Ладно, шутка, это для полости рта. Идем дальше. Тоже подарок от брата. Это крем для лица от морщин. Чтобы предостеречь старость, нахуй. Просто, блядь. Как моёт, только поёт, блядь. Пора, а хули, блядь? А хули вы хотели? 27 лет, нахуй. Намекнул? Ну а чё, блядь? Блядь, да ёпта, где чё там запутался, сука, блядь. Наверное, за мошонку, блядь, стул зацепился. Она уже старая, висит себе, знаешь, как, блядь, старый ковёр бабушкин, блядь. Настенный, нахуй. За неё, наверное, цепанул стулом, блядь. Бля, ебать, 27 смайлик, сука, жирный. Неужели так все, бля? Хе-хе. Разъем, да. Подарок. Если не ошибаюсь. От Дмитрия Масленникова. Подарок от Дмитрия Масленникова, если не ошибаюсь. Смотрим. Член. Даже если мне нужен был бы член, ну, тут... Такой длинный, блядь, меня бы не влез, наверное. Но я не вообще не такой, блядь. Но на всякий случай сейчас, конечно, проверю перед тем, как вам показывать, чтобы это не был дилдо, блядь, здоровенный. Так. Что там мне Диман подарил? Бля, я так его рад видеть. Это такой легендарный человек, нахуй. Тут, бля, большой человек, наебать. Дай бог ему здоровья. Как сказал Илюха Иксайлок, ебать, старость начинается... А, это он на стриме сказал, да, помню? Старость начинается тогда, когда ты что-то делаешь со звуками, типа... Вот эта хуйня. Сука, старее, блядь, тварь ебаная, блядь. Бу-бу-бу-бу. Нормально, блядь. Реально дилдо, я уже начал умываться, блядь. Нормально, тут какие-то, блядь. Great Britain, блядь. Не наши адреса, блядь. Ебать. Сука, ебаные чоусы, блядь. Ебаная, блядь, скумбрия. Ебаный палтус, блядь. Так. Я
Ебать. Ебать нахуй, это оледовская сука. Оледовская сука Steam Deck'а. В прошлом году мне подарили Steam Deck'у обычную, не оледовскую. Я наиграл в неё, блядь, чтобы не спиздеть часов 500-600 нахуй. И короче, в этом году её обновили, ебать. То есть её сделали новый дизайн. Немножко. Сделали... Ебать, не, я пиздец, я не вылазю нахуй вообще из Steam Deck'и, блядь. Она вся уже, вся в сперме, блядь. И сейчас ее обновили, сделали новый экран, больше яркости, OLED-экран, то есть более насыщенный черный дизайн. И плюс объем памяти здесь больше. Ну, новый дизайн, я, конечно, погорячился, но кнопочка стала оранжевой, блядь. Блять, заряжать надо, кажется. Бля, новая, сука. У меня уже вся исцарапанная, блядь. Я так ебу свою Steam Deck'у. Бля, разъёб. Диманчик, Масленников, брат. Сколько стоит? Я не знаю, сколько стоит. Но это пиздец имба. Сейчас вам покажу свою старенькую, бля. Просто сравнить, ну-ка. Так уж и быть, приглашаю тебя на свою свадьбу в качестве мужа. Нихуя себе. Мне предложение сделали? Так, смотрим, что изменилось. Ну, в целом, нихуя, да. Ну, кнопка, говорю, поменялась, стала оранжевой. То есть... Как будто этого уже достаточно. Да. Визуально. Нихуя не поменялось. Но! Это похуй вообще. Самое главное. Сейчас проверю еще кое-что. Да. Самое главное это... В две руки, бля. Вот так хуй реально хуярит просто. Соедините, знаешь, робота сделать, чтобы она вот такая была одна. Это 512. Была у меня на 256, по-моему. Бля, разъёб, спасибо большое, Диман. У неё OLED-экран. То есть у Стаса была старая, и есть новая, у Супер Стаса. И он сказал то, что новая, блядь, тысяча раз пиздача, картинка типа ебанута крутая. Прям ебанута крутая. Брат, спасибо тебе огромное еще раз. 546 баксов стоит. 256 это на одну игру. Не-не, на этих консолях играют чаще всего в такие игры, типа... Братата, блядь, помните, я играл? Типа... Как Cuphead, вот это вся, блядь, хуйня. Вот. Сейчас я снесу быстро старую свою. Ну, типа то, во что удобно играть, короче. Забились. Рогалики, да-да. Скину донат на стриме, лететь в Ульяновск. Слышал, конечно, брат. ХЗ, слышал ты этот город или нет? Слышал. Лететь 2 часа, Конька. Слышал, брат. Успеешь одним Спасибо. Днем слетать. Так, подарок. Подарок от... Почему ты до сих пор еще в одежде? С днем рождения, Слава от Янчика. Поехали. Так, ну судя по всему, блядь. От кого рейд? Рейд от кого-то? Помял, да потому что я так же, блядь, Янчику пиздак помыл завтра на съемке, блядь. Да ладно, я шучу, не знаю, просто на автомате помял. Сейчас я проверю на всякий... Ой, что это за хуйня такая, блядь.
Бурито, блядь. Буредо, нахуй. Парфюм, да-да. Что, пробуем сразу? Янчик изысканный мужчина. Он явно шарит в ароматах. Что за хуйня? Это, походу, вот этот тестер или как называется? Ну-ка. Я, честно, не особо разбираюсь во всей этой шляпе. В парфюмах. Нихуя себе, блядь. Бля, сладенький такой, пиздец. Но он прям мощный. То есть, ярко выраженный вкус. Бля, ну прикольно. Прикольно пахнет, как будто ему надо сейчас чуть-чуть дать этот. Ебать, не в экран уебало. Нормально, блядь. Ой. Это надо Лексу, блядь, подарить, чтобы, знаешь, вот, маскировать запах старости. Так, двигаемся дальше. Так. Брат. Братуха с ДР от Love66. Чтоб шея с кайфом была. Так, ну там что-то... Ну тут написано Love. Я прочитал Love. Да от Ванька, короче, блядь. О, боже, помоги мне на его мобильник! Блядь, самый хуёвый человек, нахуй, в мерчендайзинге, блядь. Я бы вообще не смог, нахуй, ничего. Я настолько рукожопый, блядь. Ёпта. Посмотрим, что это. Хуйцом вообще воняет, люто. Поздравляю с прошедшим Атакима Пуряева. Целую в хуй, как говорится. Бля, очень... спасибо, родной, спасибо большое, Аким. Очень жестко долбануло пенисом, прям вот именно запах, аромат пениса лютый. Вот я серьезно говорю, не шутка. Не знаю его. Но оно выветрится, блядь. Сразу нахуй. Apple Vision Pro, да, ебать. Для спины, нахуй. Матвей, запусти мне эту хуйню. А, это надо так держать, как эти, бля, узды, блядь, пёзды. Матвей, запусти мне эту хуйню. Надеюсь, нормальная тема. У меня проблемы на шее, я люблю массаж шеи. Давай. Ой, это ты делаешь, Елена? А, тебя ты ушел уже, ебать, брат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Передай привет Анжеле Берниковой. Благодарю. Я такой думаю, блядь, ну... Креативно, блядь, думаю. Их точно нет, нахуй. Но не все так просто, ребята. Не все так просто. Он сделал кастомные наушники Lunacy Night. Которые разрисовали... руками, блядь. Краской. Пиздец, блядь. Даже оголовье. Просто кисточкой человек расхуярил. Просто кистью разъебашил. Блядь, Стас, спасибо тебе большое, охуенно. Просто пиздец вообще. Я в них не буду сидеть, сразу говорю.
Он мне подарил эту стойку. Это экспонат коллекционный. Это останется на память мне, я не готов в них сидеть. То есть, типа, я не могу сделать так, чтобы с них хоть кусочек краски слетел. Это пиздец вообще. То есть это так охуенно. Это все вручную, это ручная работа, чтобы вы понимали. Кисточкой нарисовано. Блять. Так. А, блять. Так, где еще? А, во. И Gun 5. И вот здесь. Gun 5 переходит в градиент моего логотипа. Бля, пиздец. Мне это очень круто, брат. Ой, извиняюсь. Марк прославу... Ой, прославу и Дилару, да. Ну. Он к себе на день рождения приехал. Охуеете? Диларка там вообще очень сексуально выглядела. Блин, я боюсь представить, какой у них реально, скажем... Похотливый секс был после дня рождения. Ай-яй-яй. Бля, это такой скуфердяй ебаный, бля. Божечки мои, бля. Конкси. Привет, Слава. Анимировал тебе экран на Бибропати. Охуенно, брат, спасибо большое, спасибо. Я отдельно скажу про это еще обязательно. Блять, ощущение, что это первый человек, которого, блять, пытают пончиками, блять, пивом и телевизором, нахуй. Посмотрите на этот, блядь, причесон, ебать. Он как из группы, бля, Расмус, нахуй. Помните, группа такая, бля, была? Сейчас покажу, сука. Или вот этот Tokyo Hotel, бля. Сейчас, секунду. Вы думали заехать про кофе, то есть учить один... Этот, блядь, на 400 килограмм меньше, блядь. Знаешь, как есть 3 метра над уровнем неба, блядь, и 400 килограммов над уровнем, бля, нормы. Он в гуакамоле прыгает, бля. Бля, охуенный трек, да? Это же пиздец вообще. Бля, какой пиздатый трек, ёб твою мать. Ёбнешься просто нахуй. Аккуратней с АП. Ну тут уже похуй, я думаю. Не, ну оно просто в трансляции заблюрится и все. Короче, брат, эти наушники идут на полочку коллекционную. Матвей, брат, заберешь пока? Спасибо. Короче, это пиздец, что за подарок. Круто, очень круто. Прям очень круто. Итак. Да, то есть самый... Подарок от человека из чата. Он сейчас в чате. Я думаю, он ждет обзор на свой подарок. Генетический паспорт. Комплекс ДНК-теста. Сдаем. Сдаешь и через месяц смотрим, кто я и что я. От Юры Орехова. Пиздец. Это очень круто, блядь. Не, это Юра Орехов. Это человек вот у нас, который со мной работает, который работает с Пашей. Что там? Вангую, что ты австралопитек слышишь, блядь? Не знаю, что это гражданин Австралии, что ли, блядь? Пиздец, брат. Да ладно, я знаю, что это. Вот, Юра Орехов, брат, спасибо тебе большое. Но это месяц, это надо месяц, да. По-моему, это месяц заделается, если не ошибаюсь. Как это вообще выглядит, блядь, мне просто интересно в двух словах. Ну-ка. 3 месяца? Мне нужна лишь
Там какие-то стикеры, блядь. На 2% неандерталец, блядь. А, ну тут какая-то колбочка и что-то какая-то... Не знаю, обычно такой собакам надевают, когда им нельзя, бля, грызть шеи. Чтобы они себя не кусали кожу. Ну это что-то очень маленькое, может это на какое-то насекомое, блядь. Вот, какая-то, короче, пробирка, надо будет в этом разобраться. Это тоже... Матвейчик, брат, могу тебе отдать? Ты тут заберешь? Брат, вечерком спусти туда. А, накончать надо, все, понял. Хорошо, сделаем. У меня с этим проблем не было никогда, поэтому... Поэтому делаем. Берешь вот тут? Mm-hmm. Спасибо, брат. Итак. Подарок от стримера Альянса. Вообще, это охуенная тема. Знаете, что это? Это вот этот экранчик. Сколько это стоит, кстати? Как у фреймтеймера, да-да-да-да-да. А, Матвей мне показал. 30 тысяч, нихуя себе, блядь. Ебать. Ну это пиздец, блядь. Ребята, всем... Стример Альянса, мои любимые, блядь. Птенчики, нахуй. Спасибо большое. За этот чудесный, блядь. Подарок. Вячеслав, мне интересно, как он выглядит, да, брат? Добрый вечер. Да. Хочу работать на вас на любой должности за любые деньги. Даже готов вам платить. Столько идей, чтобы сделать ваше имя великим. Можно ли на вас работать, но в рот не берут? Не надо брать, у нас так никто не работает. Так не надо, блядь. Такого у нас нет в офисе, блядь, чтобы в рот давали, блядь. Слушай, хороший вопрос. Есть ли какие-то... Да я тебе клянусь, мы никого... Что за хуйня? Матвей, блядь, хорошо. Матвей! Вот человек говорит, готов с вами работать, но в рот не беру. Бля, ну не подходит. Как не подходит, блядь? Что ты... Я не даем мы в рот никому. Что за бред, блядь? Брат, у меня на самом деле... Ну, надо, короче... Посмотреть, какие нужны вакансии вообще, то есть, чтобы я понимал. Я просто же не могу просто так взять человека. Ну, естественно, мне не нужны деньги там, чтобы ты мне платил за это. То есть, хороших специалистов мы всегда ценим, всегда берем. Как это работает? А, вот кнопочка включить. Пока это работает как зеркало, блядь. Смотри, зато видно Матвея, допустим. Видишь это? Я вижу лампу. Да-да, мы тебя видим. Ебать, просто зеркало подарили, дорогой. Телефон надо. Да? Да. Заря еще, брат, пока? Разберешься. Интересно. А подарок хозяев не это? Пока нет. Скоро будет. Понял. Это что, рейд от кого-то? Или это или вы это? Или вы Матвейчику долбите? Итак. Подарок от Андрюшки Прокофьева и Андрея Старого. Один и, в принципе, единственный пакет сумма. Рейд, спасибо. От кого? Что это? Какой-то сертификат в сумм? А что это такое? Подарочная карта на... Тут ничего не написано, а что, типа, я могу сам выбрать, насколько она? Полил код, а что, нельзя полить код было? Типа, надо стереть вот эту хуйню и будет полить насколько? А, да, реально, нихуя. А, нет, не надо было, бля, я походу карту испортил. А что это? Сука. Как понять, насколько эта карта? Ну ладно. Спасибо большое. Я, блядь, не разбираюсь. Прочитаю, там нечего читать. Написано, подарочная карта.
Действие карты 1 год. Возможно, ограничение в использовании карты соответствует с регламентом. Что, бесконечное, что ли, блядь? Манифры на мобиле, сделал пирсинг, нос пробили, были сбро, его побили. Ну ладно. Я узнаю потом Андрюшу, бля, мне даже интересно. Рублей на 150, ну это заебись, бля, так. Так, смотрим дальше. Подарок от Гордея. Сообщение бустеру, что там? Что такое вот? Себе на день рождения приехал. Охуеете? Бустеру? Да, ну, не знаю даже. Не, ну, возможно, конечно, да, то, что он такая богиня. Но, слушайте, ну, конечно, пусть приезжает. Как бы я не против, почему бы и нет. Понял. Так, идем дальше. Подарок от Гордея с Ангелиной. А, сканируй код, да ну. А тут нет кода. Да, бля, похуй. Спасибо, брат. Блядь. А что? Ну это... Ладно, не буду никак комментировать, похуй. Хорошо, откуда началась вся вот эта история с, типа, бывшей Ангелины? Типа, про то, что она однажды сказала, что, типа, ее бывшая, типа, она здесь бывшим была, да? А есть такой тег в YouTube-шортах, блядь. Ой, блядь, что я сказал? Есть такой прикол. О, она на год, бро, 50 тысяч рублей, Андрюха, про кофе. Брат, спасибо большое. Поздравь с ДР. На 50 тысяч карта, нихуя себе. Бля, я ее обскребал, брат, приколись вот так. Она, интересно, не испортилась из-за этого? Вот так я ее соскреб чуть. Нихуя, брат, спасибо огромное тебе. Спасибо. Привет, Славик, с прошедшим. Спасибо, брат. Желаю счастья и крепкого здоровья. А также попрошу разбанивать меня в чате. Отсидел уже 2 года. Все, разбанивайте его, поебать. Молодец, ошибку. Брат. Дай бог тебе без здоровья. Разбанивайте. Очень тяжело смотреть. Согласен. Ник Шмячс. Да, я уже видел, Андрюш, спасибо тебе за косарище. Там 50-ка. Все, спасибо, брат. Это называется Дольче Габбана, Милана, Италия, блядь. Это этот. Как его, блядь? Это не кошелек, а вот для паспортов, то, что для документов, типа, вот, я вот не знаю даже, как это... Портмоне, наверное, так. Портмоне, да. Спасибо большое. Спасибо, Ангелина. Спасибо, Гордей. Очень приятно. Спасибо, что пришли. Двигаемся дальше. Подарок от Аункера, нахуй. Коврик, нихуя себе коврик, блядь. Тут что-то очень жирное. Осторожно. Хрупкое. Ага. Ну-ка, блядь. Сейчас тогда поосторожнее, нахуй. Так, блядь, хватит над Аункером. Какое нахуй седло, блядь? Чат. Что происходит, блядь? Охуенно, блядь. Ну, типа, блядь, если там было бы сено, он бы стал им делиться нахуй со мной. Шутки, бля, если что. Я ебануто рад был Женька видеть. На самом деле, вчера. Это очень грустно, что его забанили. Очень, еще более грустно, что его не разбанивают. Ой, как приятно открывается вот так. Как будто молнию раскрыл. Так, смотрим, что это.
Так, какие-то китайские иероглифы. Блять, я долбоёб. Да, бля, ладно, просто открою. Рукожоп, да знаю. Ебать, круто. Сколько по бабкам ДР обошлось деларочки? Передай привет Максу Смирнову. Матвей, а сколько по бабкам деларе вышло от днюха? Можно говорить? Ну да. Два. 2 миллиона? 2 миллиона. Два с чем-то. Давайте сразу скажу. Нет, это автомат с арбизом. Не знаю, что это такое. Что такое арбиз? Гелевые шарики. Вот они. А почему они такие маленькие? Их надо надуть, типа? Замачиваешь в воде, и они становятся большими. А? Не-не, это реально с арбизом. Вот, сейчас покажу. Смотрите. А, реально. Блядь, смотри, нужно водой их. Типа... Шарик плюс вода, он вырастает, и ты арбизом хуяришь. О, можешь попробовать? Арбиз это... Чего нахуй? Ебать, прикольно. Хуя. Спасибо большое, Женек. Только арбизы эти замочить, блядь. Замочить? Да, давай попробуем. Интересно, что это такое. Жень, спасибо тебе, брат, огромное. Мне интересно, я слышал, что такое арбиза, это какая-то детская поеботина. Ну, в смысле, не то, что это плохо, а то, что дети с ними играют, вот и... Славик, привет. Маму Танюхи вызывают завтра к директору школы. Она очень волнуется. Да в смысле, это, блядь, игрушка, нахуй. Слов сказать насчет этой ситуации. Она твоя что-то... фанатка. С прошедшим родным. Славик, привет, мама Танюхи вызывает... Да в смысле, да-да, где тут этот чек, блядь? Сейчас я покажу нахуй. Так, покупатель. Сейчас, во-первых, чтобы не спалить данные Женька личные. Название магазина нахуй. Орбиган. Типа арбизы, ёпта. Дальше. Сейчас я вырежу вот эту хуйню. Блять, разорвал. Телефон Женька надо. А, у меня же ножницы на столе, хуя долбоёб. Какая реклама, блядь? Ничего больше нет. Вот, 10 тысяч рублей. Арбиз автомат Сюма М4-1В2 нейлон, металл, детали, черный 10+, арбиз. Вот написано. Арбизовый автомат. Ебать, а как это будет выглядеть? Спалил? Не. 10к нищий. Как нищий? 10к это охуе большие деньги, блядь. Сука, мне раньше нахуй дарили, блядь, чтобы поймали, и я всем дарил. На день рождения только косарь, блядь. Не, я все вырезал. Ну, а, ну не, название магазина показал. Ну, похуй. Подарок от Ростика. 10 тысяч это нихуя ж себе, блядь. На Озоне 8к стоит. Да не, ну просто сам факт, интересно понять, как это, блядь, стрелять арбизами. Они же мягкие вроде бы. Опа. Опа. Подарок от Ростика, ребята. В прошлом году Ростик подарил мне шлем Дарта Вейдера. В этом году. Нихуя себе, блядь. Бля, давай сейчас, знаешь, взял. Матвей, брат, а сделай его полностью, просто подготовь его, пока я подарки показываю, чтобы время не терять. Там его надо дохуя распутывать сзади всю эту хуйню. Ставь батарейки. Не, это меч, это не лампа. Его, походу, реально должен вылазить как-то. Короче, я не знаю, как это работает, но мне интересно. Так, подарок. О, подарок от Фурсберга. Ёбаный рот.
Нихуя ж себе, блядь. Меч, если что, лазерный, это был отростик. Ростик, брат, спасибо тебе огромное, я тебя люблю очень, ты большой молодец. Кто такой Фурсберг? Нихуя себе, кто такой Фурсберг? Ну-ка, блядь, заметьте сейчас в чате Фурсберга. Фурсберг, Санечка, блядь. Это легенда. Фурсберг, ты тут? Наравне с Блэк Свончиком, наравне с выдавленным голосом, ебать, модерирует мой канал. Это легенда. Смотрим подарочек. Так. Ой-ой-ой, что это такое? Ой-ой-ой, что это? Что это такое? Ключики. Привет, Слава. С прошедшим тебя, ты лучший стример. А, всегда поднимаешь настроение. Если можешь, пожалуйста, передай привет Василисе Никитину и конному клубу Спирит. Ты лучший. А это типа на них часы надевать? Эвилон не хотел или не мог прийти? Вижу, не мог, в подарочных Адимарах ты постоянно гоняешь. Да, да, он не мог, конечно, брат. В смысле, мы же, я же в Москве праздну. Ёб твою мать. Ебать того рот. А чё он не мог? Ну, бля, ну... Что ж тут говорить-то, блядь? Ёб твою мать. Ну-ка дай-ка я сразу... Блядь, спасибо тебе, Сань, большое. Они, он еще и с ключиком, нахуй. Ну-ка дай-ка я, блядь, две секунды. Моя скромненькая коллекция. Славудыч, теперь у тебя две пушки, один огнестрел, другой для подружки. Какой, как это? Какой нахуй огнестрел? Это арбиз, блядь. Ух, ебать. Нихуя себе, брат, спасибо тебе огромное, Сань. Спасибо, блядь, то, что модерируешь мой канал, блядь. Спасибо, что сносишь долбоебов, блядь, неадекватных. Спасибо, что не трогаешь нормальных очень людей, блядь. Твои слова поддержки, Слава. Спасибо тебе большое, Сань. Спасибо, что на днюху пришел. Я на самом деле, как бы я не обзывался там моментами на вас и не стебал, я ебать люблю вас, нахуй, пацаны. Пиздец, как вообще. Спасибо, что не позвал. В смысле, я позвал, мы вчера виделись. Это он в футболке Gunfive, если что было. Вы думали, это игрок Gunfive? Блять, надо еще три пары часов покупать, нахуй. Я только понял, что часы, в принципе, можно и не покупать на самом деле. Ну ладно, как будто надо, блядь. Надо добивать, блядь. Нихуя себе. Бля, прикольный тут, блядь. Сань, спасибо тебе, брат. Спасибо, брат. Спасибо, Санечка. Я для этого на 6 купил, все, понял. Ебать, они еще вот так закрываются. Нихуя себе, блядь. Поэтому, Джазик, маленько, я в тебя влюблю, ты выглядишь сильно. Ну-ка, как открыть потом? А, и все, да, типа? Да ну нахуй. Ебать, круто. Прикольно, брат. Ключ проебет, да. А может не закрывать, слышь? Я ключ проебу реально, и все. Все равно, бля, кто захочет их спиздить, блядь, спиздит. А так придется выламывать, блядь. Ключ просто там оставь, да-да-да, точняк. Бля, спасибо тебе, Саня, очень крутой подарок. Выдавленный, брат, спасибо вам, короче, пацаны, что смотрите меня, постоянно поддерживаете, модерируете. Спасибо, блин. Сейчас, пойду вот это положу. Да на тебя, сейчас прочитаю, да. Я сказал, суки, не уходи.
Блядь, ебать там, я не знаю, что подарил Ростик, но это полный пиздец. Там Матвей разбирается, блядь. Что у меня в сперме, блядь, что у нас? Так. Для второго рабочего места от Матвея. О, это тебя, Матвейчик? Да. Ах ты пенис, бля. Спасибо, брат. У меня ж теперь два рабочих... А, донаты, да-да, прошу прощения. У меня ж теперь два рабочих места. 3 года назад в 2021 я решил проверить и в чате ебанул запретку. Как думаешь, 3 года в бане? Решил. Заслужил разбан. Решил проверить. В чате ебанул запретку, блядь. Ну разбанивай, я не знаю, блядь. Будь умнее, брат. Проверил, работает, блядь. Привет, блядь, спустя 3 года. Все, это разъеб. Теперь у меня теперь 2 места, у меня 1 диван, помните, на котором я стримлю, 1 здесь. Я решил оставить там место рабочее, чтобы игры там комментировать, там с друзьями, вот это все, комьюнити касты делать. Трек вот. Слышал новый хайповый. Не, нихуя. А что там за трек? Проверьте вам, пожалуйста, нормально что там. Вот. Короче, блядь, спасибо. Спасибо, Матвейчик. Люблю тебя, брат. Уее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 ee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 e
два, зовут Соня, Сонечка, поздравляйте, ебать, два... А, Сонна, Сонна, ебать, Сонна, блядь, поздравляйте, 22 года тебе, нихуя ж себе того рот ебал, блядь. Будь счастлив и улыбайся этой жизни как можно чаще, пусть жизнь улыбается тебе в ответ. Побольше тебе позитивного настроения, блядь, счастливых моментов в жизни, блядь, чтобы у тебя все охуенно, короче, было, чтобы ты каждый день, ты знаешь, просыпался, кстати, солнце в лицо светило, блядь, вот я так скажу. С днем рождения. Это подарок от... Так, от кого интересно? От Рутина, может быть? Кого это подарок? Наверное, от Рутина, скорее, ну, вероятнее всего. Брат, как будто это надо в компьютерный клуб повесить. Что думаете? Типа не дома, а в компьютерный клуб. Чтобы люди могли смотреть. Бля, пиздато. Брат, спасибо тебе огромное. Рутинный, братик. Большая. Ты ебать охуенный чел. Просто твои щеки ебал, блядь. Просто пиздец тебе. Блядь, красавец, нахуй. Просто ебаный палтус, блядь. Реально мужчина, нахуй. Короче, да, я не знаю, кто. Ну, вероятнее, короче, 99%, что это Рутиночка. Потому что нигде ничего не написано, да, на пакете. А вдруг не он? А вот, блядь, она была за газописку, блядь. Прикольно. Короче, да, я хочу, чтобы это тогда в клубе висело. Пусть это в клубе висит. Кто такой Рутиныч? Это Рутин Мэг. Фоточки, фоточки, ебать. Подарок от Сабины. Поданок, ой, поданок, блядь. Подарок от Сабины. Колян, блядь, короче. Intoxicated. Они еще интоксицированные, блядь. Что это такое? Кроссовка? Подонок, блядь. Подонок от Сабины, блядь. Новые вирусы. Какие духи, нахуй? Я не верю в духов, блядь. У меня вчера Дмитрий Масленников был, блядь, на день рождения. Нахуй духи. Так, смотрим. Ёб твою мать. Чуть-чуть как будто сигарету кто-то потушил вот об эту мокроту, блять, обмякать вот эту цедру, блять. А в целом, блядь, нихуя себе. Как по 4 раз до начал прочти весь чат пишет, нужны.
Нужны слова поддержки для Танюхи. Танюха. Меня, во-первых, так маму зовут, это как минимум вероятнее. На 99% ты просто шикарный человек, блядь. Дай бог тебе здоровья. Не знаю, не помню, что там, в чем тебе поддержка. Тебя вроде к директору зовут. Пошел он, блядь, на работу, правильно, блядь. 9, а поздравить с пусть, короче, нормально у вас все пройдет там. Видео с стримерами, блядь, короче, нихуя, нужна помощь. Девочек с 9А поздравить с предстоящим. Конечно могу, конечно могу. Сейчас, секунду, сейчас все разгребу. Сейчас донаты пройдут, они только просто поверх будут накручиваться. Бабушка Ольга. Славочка, дорогой, поздравляй. Славочка, дорогой, поздравляй с прошедшим днем рождения. Спасибо, бабушка Ольга, родная моя, мой цветочек. Извини, что вчера не ворвалась на пати, ваншотила бичей на ДМе, попускала бы... Что? Я бы нижний брейк на танцполе с Димочкой и любовником. Спасибо, бабушка Ольга. Бля, слышу, я либо ковиднулся, бля, в момент, когда что-то распаковывал, блядь. Того таункера вот этот, блядь, автомат из Армиза, блядь, из Китая, блядь, что-то. Не чувствую. 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 Нихуя себе, блядь. Ебать тут шнобель пробивать, это лучше аквалора, нахуй. Пиздец, брат, скоро 8 марта, а у меня 1000 на карте. Я в ахуе. Очень хотел тебя поздравить именно так. Мой первый донат. С днем рождения. Здоровья тебе и твоим близким. Бу! Нихуйно, блядь. Мощно, мощно. Хороший вкус. Или запах, как это должно называться. Янчик, Сабина, спасибо вам большое. Спасибо вам за парфюмы ваши. Да как парфюмы, да, называется? Уже 700, да, осталось. Ты, блядь, я и подари я на 700 маме что-то. Хочешь, я тебе верну, блядь, 333, нахуй. Разовая акция, блядь. Так, давайте да быстро к донатам вернемся. Да не, ну просто на самом деле возвращать донат это полный пиздец. Потому что нет кнопки вернуть донат, понимаете, в приложении, блядь, Donation Alerts. Это надо связываться с человеком, блядь, это надо отправлять им. Я поэтому говорю, что я донаты никому не возвращаю, блядь. Это пиздец полный. Вот этому челу, ладно, похуй, можно вернуть. Так. Можешь поздравить девочек с 9 мая, с 8 марта? Конечно, конечно могу. Девочки, девочки с 9 класса, я поздравляю вас с предстоящим 8 марта. Чтобы у вас все было хорошо, будьте хорошими девочками. Желаю вам хороших, позитивных мыслей. Хороших, так сказать, так, 9 класса, это сколько лет? Лет 15. Хороших куколок Барби вам. Куколок Братс. Бэби Бон, Бэби Аннабель. Хорошо, еще женская есть, блядь. Рапунцель, запутанные истории, в общем. Всего вам самые лучшие, девочки. Главное, будьте счастливы, улыбайтесь и крепко вам здоровья. Вот. Это все, что могу сказать. Какой? Че вы пишете? 16. Глупости это, блядь. Спасибо, знаю. Так, там что-то еще какое-то было. Ты просто кисляк еще тот. Да ну. Вот Сабина и подарила духи. А, да, это да. С прошлого доната открыть можешь. Могу, да? Ничего такого. Тём, могу? Ебать донатов, нихуя ж себе, сука. Сейчас, как гандоны играть? Какие гандоны? Ганфайр. Так, ну что? У нас остался последний подарок от Дилары. Так. Не густо. Нормально все, блядь. Мне много и не надо. От хозяев я не знаю. Не приехал, брат? Нет, пока. Пока не приехал, да? Ну, блядь. Покажу. Так. Там, что? Какой? Короче, я, во-первых, хочу очень поблагодарить Дилару. Я еще сам... А, не, один раз я тратил на день рождения так много. Но чтобы мне кто-то организовал день рождения, так еще и... Еще и 2 миллиона рублей, там даже чуть больше. Ну, это, мягко говоря... Мягко говоря... Очень приятно. Я тебя очень ценю, это круто. Что внутри теперь?
Настоящий друг. Это правда. Это правда. Аж, блядь, в горле пересохло. Передай привет футбольному клубу «Сытый кот». Пожелай победы в этом сезоне. Спасибо. О, выслушал, блин. Привет, у меня такая проблема. Мама болеет раком. Нужны дорогостоящие таблетки и срочная операция. Напиши менеджеру. Брат, напиши менеджеру через модератора. Что я частень к тебе. Надеюсь на твое понимание. Надежда на тебя. Передай привет футбольному клубу «Сытый кот». Пожелай победы. Желаю победы, блядь. В этом сезоне вам. Решил сделать хоть какой-то подарок. Делюкс, братик, спасибо большое. Решил сделать хоть какой-то твой монтаж подарок. Видео это уже подарок. Спасибо тебе огромное, брат. Займи 333 рубля. Давай, открывай. Да, да, открывай. Просто там очень много донатов залетело, прям пиздец. Скуф, займи 333. Да, напиши моему менеджеру по вот этой теме, то, что ты по поводу мамы написал. Я в любом случае желаю ей здоровья, ждем от тебя сообщений. Ну что, посмотрим, что там. Интересненько, интересненько, блин. Что Алексей подарил? Хуй знает. Ничего, наверное. Да и похуй, блядь. Он мои наушники носит. Мне уже приятно. Брат, с прошедшим. Можешь поздравить Айдара Каримова с днем рождения. 18 лет. Что, Акулич подарила? Ну, они пока ничего не подарили, но сказали то, что... С этой свадьбой забыл тебя с ДР поздравить. Ну, главное, то, что придет подарок. Главное, чтобы ты ментально держался и не срывал его. Лик сказал, послезавтра курьер придет. Деньги есть. Маме. Здоровье, этот Гинсу... Не, Наташа вроде ничего не дарила. Да, Наташа ничего не дарила Гинсу. Вот, итак. Рики, иди чё? Я не знаю, чё, блядь. А чё Овер пишет? Я же сказал, что он не пришел, в среду будет. А, вот, всё. Что-то. Ооо, бля, я так хотел это нахуй. Я мерил их еще в Дубае. Бля, разъеб. У меня первая зимняя обувь в жизни появилась, блядь. Моего размера не было тогда. Я померил, и не было размера моего. Ебать, нахуй. О, нихуя себе, блядь. Боже, хуй не выскочил. Ебать, они теплые, нахуй. Вот это педали, блядь. Вот, блядь, поэтому я не ношу майки, блядь, потому что я вот. Кто? Бля, они такие мягкие внутри. Спасибо, Дилар, и за обувь, и, блядь, за организацию вообще самого интерактивного моего дня рождения. Блядь, мне никто еще не делал так. У меня там, блядь, столько активностей, какие-то ебаные пауки. Бля, кстати, Саня Фреймтеймер Гандон, он щупал, блядь, паука, короче. И сам обосрался, потом, ладно, взял его на руки. Я стоял издалека прям смотрел, то есть из коридора. Я испугался паука, я смотрю, короче. И он резко, блядь, начинает бежать, короче, за мной, блядь. И этот чувак, который привез насекомых, бежит с пауком. Я начинаю орать, короче. Я убегаю, Саня меня догоняет, хватает. Я начинаю вырываться, блядь. Я даже локоть, блядь, поцарапал, сука, где-то я уебался об дверь. И подбегает этот чел с пауком. Я тебе кричу, я просто ебало разобью нахуй. В GTA 5 RP. То есть я уже серьезно прям, ну, в GTA 5 RP. И все, он отходит. То есть я ему говорю, там, заходи на мой сервер, потом я тебе там разобью ебало, если хочешь. На моем сервере. Я говорю, вы что, блядь, делаете? Я боюсь до смерти, нахуй. Ну это пизда, я убежал на улицу, блядь. Пиздец, блядь. Ну, да, это я сказал, именно разобью ебало в GTRP. То есть так-то я человек добрый, вообще пиздец. Ой. То есть на своем сервере как нехуй могу еблять разбить, поэтому по ссылочке в описании спускайтесь. Majestic, там новый лаунчер появился еще. Свой собственный лаунчер, напоминаю. Вот. Ну, блядь, я паука, я просто обосрался, нахуй.
Бля, ебануто крутая обувь. Да, я, всем нюх очень понравилось. Мне очень понравилось, короче. Дилара прям ебануто запарилась. Очень круто. Ну что, на этом все. На этом все мои подарочки. Я сегодня, когда мы сейчас посмотрим Gunfight. Да-да-да, сейчас меня IP скинут. Овер, заходи в Дискорд, брат, погнали Gunfight посмотрим. Поболеем за наших, блядь, профессионалов. Ростика подарок. А он не готов, Матвей? Тогда ждем. Еще Хазиев в подарок. От всех вместе. Сейчас будет. Ну, я его кое-куда отправил, перед тем, как я его покажу вам. Там надо кое-что с ним было сделать. Я очень благодарен пацанам, конечно, безусловно. Все. Но у меня зима. Брат, а что 192 подарил? Ничего, брат, так его же не было, нюхи. Он подарил мне, блядь, свою любовь. На душе вью. Не, он был, но не физически. Это я распечатывал, чтобы он с нами побыл. А чародя Вавилон подарил? Короче, меня вчера очень сильно растрогал подарок Хазиевов. Прям... Брат, приезжай в Норильск в таких алях новых теплых. У нас тут как раз сейчас снег выпал еще... Блять, вот я тебе говорю, они нахуй непробиваемые, понял? Они похожи на этот... У нас, получается, на востоке России есть... Наверное, блять, и Норильск, то есть на северо-востоке. Сейчас Норильск. Где холодно, ебануто? Вот там ходят народ на обувь похожая, блять. 8 марта для плюс вайба им. Такие же, блядь, как я не знаю, как... Сука, где-то вот в Якутске, может... Унты, нахуй. Прошедшим тебя, бибрамент, ты наш. Надеюсь, ролики скоро будут. Да-да-да-да-да, типа унтов. Спасибо, да-да-да, ролик... Матвей, голос ролик, там готова реклама, ее опрувнули? То есть завтра можно выкладывать ролик? Все, завтра ролик. Что, от Олега кофе? От Олега кофе вот эта штучка, чтобы стейки готовить, вот эта стейкница. Ну это бодрая тема-то, я так-то люблю такую хуйню вообще, пиздец. Ебануто причем. Я мяско, блядь, я попробую себе. От Хазиевов сейчас покажу. Сейчас, а там от всех общий подарок. Бля, кстати, пацаны, мне вот всегда при любых обстоятельствах, то есть, там, даже в 2022 году, блядь, подарили подарок, когда я не праздновал свой день рождения, блядь. Они единственные приехали, я в этот момент у мамы сидел дома. Они приехали к моей маме, блядь, и подарили мне подарок. Просто втихаря ничего не сказали. Короче, это пиздец вообще. На самом деле, ну, я в ахуе, я реально в ахуе. То есть, них, ну, короче, я даже не знаю, как это вот описать, но, короче, это пиздец как круто. Мне очень приятно, реально. Что Илья подарил? Общий подарок, пацаны. И это же все Хазиева. То есть я говорю, они все, у них общий подарок. Я его привезут, вот чуть-чуть подождать, его привезут. Там прям достойно. Ну что, смотрим Gunfight. Квалификация на ESL Challenger. Дамы и господа. Овер, заходи, брат. Раз, прием. О, выдавлены, ебаный рот. Ко мне выдавлены, приехал, бля. А кто чат модерирует? А, реально? Да. Брат, тут пиздец, беспорядок. Дадим. Ебать, выдавили, приехал! Давай, проходи. Ну, сюда. Матвей, дай ему стул какой-то. Сейчас я дам, блядь, подожди. Пизды, сука. Ебать, выдавлены, легенду приехала. Подарок от Аункера, а Матвей еще не разобрался, пацан. Там надо эти фарбизы разводить. Давай, падай, блядь. Ламчик, всем здорово. Я не знаю, у меня будет микрофон такие частоты захватывать, я сразу... Будет это.
Пошла возня. Как будто стая бизонов, блядь, знаешь, пробежала, блядь. Это не Дискорд, это не Дискорд искажает. Это так. Какой это... Дискорд? Там говорят то, что Дискорд искажает звук. Да нихуя. Нет. Веном. Полетело, полетело, пацаны. 52, это, бля, это модно, это зумер, ебать. Красивый, согласен, бля. Это мой чат модерирует человек, чтобы вы понимали. Все наши тольяттинские. Меня, думаешь, много с Тольятти смотрит? Ну да. В натуре? Там по щелям живет. А нихуя ж ты, блядь. Тольятти! Что за мудила, блядь, ёб твою мать. Привет. Когда ты клиенту повезешь Клаву? Если будешь... А ты слышал это, да? Смотри его на... Матвей, ты чё, мудак? А ты поменял, да? Они сделать свои подобного формата на... Звук на донатах. ...дешевле и лучше, чем китайский мэндроп с прошедшим... Заорал какой-то хуй, вы слышали? Здорово. Здорово. Всё уже... А, это в диско... Овер, ты что ли? Я. А? Я. А, подожди. А, да. Вэп, что за нефор? Фу, блядь. Прикинь, сейчас набил 30-ку, 11-13 проиграли. Ой, брат, мы слышали твои сказки, блядь. 30-ку ты там набил. Чё ты чё такой маленький? Главное, какой хуй, бро, блядь. О, чёрный угорь. Уф, блядь, ишь, да чёрный лебедь, блядь. Black Swan у него никнейм, брат. Минус вайп, что нефор пишут. Вот так вот, нахуй. Чё, готов Gunfire смотреть? Давай. Конечно, готов. Бля, у меня футболки нет, Гунфайвовской. Так, сейчас замучусь, пока я сейчас... Counter-Strike 2. Мне надо еще этот айпишник сейчас вытянуть. Ребят, чтобы вы дали. Зачем даешь?